Сейчас здесь происходит наш фестиваль выпускной. Называется Moscow Music School Festival 2022. Это значит, что такие фестивали проходят каждый год, на которых выступают наши выпускники и демонстрируют публике то, чему они научились за 2 года. Да ну уже просто все связали, не бежать надо на сцену. Да. Ну забыла я ремень, что поделать. Скали зубы проклятая молодость, щипят коленки, скачет по золотым камням время. Самым ценным, наверное, если говорить о преподавателях, то это, конечно, личное внимание. Даже когда мы закончили, да, или там на каких-то каникулах была обратная связь. Если говорить о ребятах, самое ценное, ну, наверное, общение. Каждого не узнаешь, да, 2 года – это небольшой срок, но хотя бы вы пообщаетесь, вы станете ближе. Вы одним делом занимаетесь, это круто. Да тут все до банального просто, я влюбилась в тебя как подросток. За 2 года в Moscow Music School самое важное, наверное, что я приобрела, это среду плодотворную, такую музыкальную, творческую, в которую ты можешь принести любую свою демку, любую свою идею, и она обязательно будет услышана. Для меня важно образование, для меня важно, чтобы я могла называть себя музыкантом по-настоящему. Но, скорее всего, это не диплом, не корочка важен, а важна, а тот путь, что я здесь проделала, и он, наверное, мне и позволяет себя чувствовать музыкантом по-настоящему. Колеса стучат уверенно, время пролистывает остановки. Мои последние 2 года прошли с полным изменением вообще всего. Мало того, что я начал писать так много песен, как не писал вообще никогда. И выпускать, и релизить, теперь мы есть на площадках, у нас есть какие-то лайвы. Появилось больше вдохновения, потому что когда занимаешься любимым делом, во всех сферах жизни появляется больше вдохновения, это, наверное, самое важное. Будь таким взрослым, которым хотел быть в детстве. Таким взрослым, чтобы было не стыдно. Будь таким взрослым, это совсем не страшно. Будь таким взрослым, и я им буду так же. Организовывали мероприятия, но мы также продумывали всю идею фестиваля от начала до конца. При помощи, конечно, других студентов Moscow Music School. Это такой даже небольшой режиссерский опыт. Конечно, интересно работать с артистами, менеджерить артистов, потому что это всегда соприкосновение с каким-то интересным внутренним миром. Ну, для меня это новый опыт. Я никогда не участвовал в мероприятиях с лайнапом из 29 артистов, но я участвовал в сложных мероприятиях. Ну, наверное, сегодня я впервые так вот посвятил артистов, а не какую-то там одну задачку. То есть это было круто, очень полезное знакомство. И все эти знакомства на протяжении своей учебы я уже как-то так или иначе даже применил в своей жизни. С кем-то проконсультировался, к кому-то обратился, там, ну, где-то с работы, да, привлечь. То есть это новые друзья и новые профессионалы в моей жизни. Некоторым очень тяжело самим осваивать какие-то навыки, там, базовые знания, там, разбираться в программах каких-то, сочинять музыку, сложные гармонии и так далее. Поэтому это все очень здорово, что есть возможность у людей просто вот так вот дать, и люди все это могут сами запомнить, научиться и создать множество новых хитов и замечательных песен. Дерево жизни, ветви раскинула, широко разведу руки, обними весело весне. Вниз головой шутя, солнце замаренным памяти ништя.
я занимаюсь много практикой. Вот, а пока ты занимаешься практикой, можно упустить многие теоретические вещи, которые на самом деле вроде как не нужны, но по факту они очень улучшают понимание вот собственного предмета. Наши головы враг, непонятно кто враг, кто целует нежно в губы, твою кровь ты губит. В этом году прекрасно совершенно у нас есть особенность. Это то, что люди все больше и больше начинают писать и делиться какими-то искренними своими переживаниями, а музыка становится для них лишь формой, в которой они облекают это все. То есть люди меньше задумываются о технологии, потому что они ее понимают, и они могут в любой момент от нее отказаться. И больше хотят высказать свою точку зрения, свое мнение. В общем, мне это очень нравится. Когда ты приходишь на площадку, ты видишь классный, полноценный, здоровый фестиваль, и ни у кого, кто не знает, что это студенческая работа, что это дипломная работа, не возникает ощущения того, что это все сделано студентами. Я осознаю, что мы действительно делаем кадры, которые могут уже сейчас начать работать и делать правда классный продукт. Я желаю молодым артистам оставаться индивидуальными, гнуть свою линию и никогда не сдаваться. Включать голову в делах. Творчество творчеством, но надо еще уметь работать головой. Вот. Я бы сказал людям, которые занимаются музыкой, пускай творят, создают новое. Для музыки нет границ. Может, я тебя брошу? Нужно в конце поклон сделать, правильно? Да. Ну давайте на счет 3, 2, 1. Большое спасибо, друзья. Хорошего вечера и до встречи через год на следующем нашем фестивале.